Добрый день, дорогие друзья. Ну что, речка опять открыла для нас свои объятия. Мы на рыбалке. Забросили уже. Даже поймал одного карася. Тепленько сегодня. Плюс 42. Нам классно. Рыба, ну я не знаю, как там, хорошо или плохо. Нам, конечно, очень жарко. Поменял крючки, поставил больший размер. Будем смотреть, что оно будет. Что даст эта замена. Дома забыл парашют. Ну что, бутылок в наше время на водоеме очень много. Нашел бутылку, сейчас делаю парашют. Так, веревочку нашел. Ну, конечно, это отверстие надо было лучше прожечь, но тогда лучше держит. Но тут не до жиру. Так. Ну все, что-то получилось. Сейчас посмотрим, как она будет в работе. Но сначала, конечно, надо делать шаров. Добрый, будем делать шары. А все, я больше кормить не буду. Мы же кормили, я просто хотел посмотреть, как это будет работать парашют или не будет. Ну все. Это ж когда не надо было, он у меня лежал постоянно со мной был. А когда понадобился, хрен там, его нету. Доброе утро. Закончилась ночь. Ночью, может, десяток, может, чуть больше карасей поймал. Карпа не было. Сейчас посмотрим. Утром закормились. Сейчас посмотрим, что нам будет. Будет клево или не будет. Не вижу я. Но мы таких карапов отпускаем. Погони, погони его, пусть уплыл, да? Хорошо. Не понял, бля. Опять такой же? Да, карпик. Блять, как оно его заглотило, блин. Вытаскивай. Thank you.
Ну, а здесь, по-моему, ничего нету. Не знаю. Ну, это свободно идет. Непонятно тоже. Такая хорошая была поклевка. Держим. А, вот он. Ну. Горошек захотел, а? Ждешь карпа, а ловится такая срань. Ну и зря не отпускаешь ты. Не отпускаешь. А мы отпускаем, мы маленьких отпускаем. Если их не отпускать, то что будет с мостой рыбой? Давай, давай, давай сюда. Нормально. На что карась берем? На этот вот, на червяк. Не сбивает? Нет. А карапа вообще да? А карапа, это самое, тоже Волга поймал на червяка. Ну что? Да, килограммовый. А второго, вот такого, как я, выпустил. Так, ну иди, Вован, я буду показывать тебе, что я поймал. Это один пацан, а второй? Нет, все, у меня один. Что, корпус не одного? Я отпустил таких два, как ты поймал, как ты, которых ты оставил. Я одного оставил, потому что он весь, я ему разорвал все на свете. Не знаю, я двоих поймал, двоих отпустил. Я разорвал ему все на свете, полностью все. Все вырвал ему. Ну да, в таком случае, конечно, он не выживет. Но мало, когда увидел вот этого короба, который он стоял в тине, он чуть ли на него не набросился. Это дедушке надо. Дедушка таких не отпускает. И мы сделали вывод, что Вова берет малышей. Не-не-не-не. Все. Будьте здоровы. Не хвоста, ни чешуи.